Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усіх, хто з нами у цей час, як завжди, о 19.30 по четвергах на програмі «Контраргумент» по цей, по той бік екрану. Для того, щоб обговорити найважливіші питання, що турбують нас, як жителів Миколаєва, громадян України. І сьогодні, як завжди, ми розмовлятиму про найцікавіше, про найактуальніше, а саме про житлово-комунальні тарифи. Ми навмисно вирішили сьогодні обмежити нашу тему саме тим колом питань, на які ми можемо вплинути тут, у Миколаєві, як громада, як офіційні представники влади, представницької чи виконавчої. Є у нас люди, які мають досить цікаві власні історії своїх війн та перемог над ЖЕКами. Отже, буде цікаво, не перемикайтеся. І для початку подивимося сюжет, який певним чином може дати зрозуміти, що саме ми маємо на увазі, кажучи про те, що з одного боку ми розмовляємо про тарифи, а з іншого ми говоримо про те, що залежить саме від нас. Будь ласка. Економічна обґрунтованість тарифів на житлово-комунальні послуги – предмет постійних суперечок посадовців, постачальників ресурсів та громадськості. Однією з складових будь-якого тарифу є технологічні витрати і втрати. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначила, ліміт втрат, які дозволено включити до тарифу, наприклад, на водопостачання, становить 30%. По факту втрати води значно більші. Потери составили по году в 2014 году 52%. Ну, это ужасная цифра, конечно, если так посмотреть. Это недопустимо. Причин цього декілька. В першу чергу, звичайно, це стан водопровідних мереж міста. Майже щодня спеціальні служби міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» ліквідують аварії. Робота ця контролюється нами. Нормативно, в принципі, по большому счету, навіть все утечки устраняются в определенные сроки, которые нам диктуют нормативы. Ежедневно все бригады, которые работают в нашем отделе, занимаются ликвидацией этих утечек, профилактическими ремонтами, заменой задвижек на сетях, что в скором времени и вообще должно привести к уменьшению потерь. Значні втрати води відбуваються у внутрішньобудинкових мережах. И унитазы текут, это и могут и трубы, это самое. Есть такое понятие недоучет водомеров, которые у нас как бы не совсем, это очень, кстати, очень большие объемы, это по году несколько миллионов кубов, недоучет водомеров, это ну как бы погрешность. Рішенням виконкому Миколаївської міської ради номер 1075 від 27 листопада поточного року затверджені нормативи внутрішньобудинкових втрат, які будуть включені до тарифу – 8%. Великою проблемою для підприємства «Миколаївводоканал» є так звані комерційні втрати. Образно виражаюсь – воровство, тобто несанкціоновані врізки, водопроводні сети, что также создает нам проблемы по вопросу учета. Отримати коментар теплопостачальних підприємств нам не вдалося. Спеціалісти і Миколаївської ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго відмовились говорити на тему втрат енергоресурсів. Втім, хто саме сплачує за незаізольовані тепломережі, і так зрозуміло. Все по ним прекрасно розуміють, що поставщик теплоресурсов включает в стоимость практически все порванные, разобранные теплотрассы, которые, далеко не в лучшем состоянии. И за это все оплачивает конечный потребитель. Реконструкція, заміна та поточний ремонт постачальних мереж – питання складне і від побутових споживачів далеке. Найбільш перспективний шлях зменшення суми у платіжних квитанціях – це встановлення приладів обліку. Дуже просто побачити цю різницю, хто за що платить по об'єкту, де встановлений счетчик тепла. Є приклади, в Миколаєві встановлюють такі счетчики. Он измеряет температуру энергоносителя, который подается на весь дом. И, соответственно, выводится величина, которая была потреблена домом. Значит, есть примеры, из практики. Там, где счетчик установили, цена оплаты за
отопление в два раза ниже, ну, ориентировочно в два раза ниже, чем в том доме, который платит просто абонплату. Установка приборов учета, установка счетчиков, конечно же, будет защищать интересы наших абонентов. Они будут платить только за то, что они израсходовали. Отже, саме час представити наших гостей. Будь ласка, Олександр. Вітаю вас. Сьогодні нашими гостями є Валентин Гайдаржи, заступник Миколаївського міського голови. Доброго вечора. Валентин Гайдаржи більше 10 років працює у галузі житлово-комунального господарства. Обіймав керівні посади двох житлово-комунальних підприємств. Глибоко обізнаний у всіх нюансах комунального господарства і готовий поділитися з ними в ефірі ток-шоу «Контраргумент». Олександр Рєпін, депутат Миколаївської міської ради, голова Асоціації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва. Вітаю вас. Олександр Рєпін тривалий час очолює Миколаївську асоціацію ОСББ, знає всі особливості управління багатоквартирними будинками, може багато розповісти про переваги та ризики об'єднання, а також про те, чого ж бракує миколаївським співвласникам домоволодінь. Ставити свої запитання нашим шановним гостям будуть наші не менш шановні експерти. Вітаю. Ємельянов Володимир Михайлович, директор Інституту державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Доброго вечора. Настенко Віталій Степанович, представник громадської ради при Миколаївському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Його сусід Дмитро Дмитрович Білозоров теж представляє цю організацію. Віталій Харченко, голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Вітаю вас. Олександр Васильович Поліщук, пенсіонер. Переходимо до другого майданчика. Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Advice Consult». Віталій Кір'янков, заступник начальника Держспоживінспекції у Миколаївській області. Сподіваюся, у нас буде хороша дискусія. Вітаю вас. Отже, дякую. У нас знову не вдалося зберегти принцип гендерної рівності. У нас одні чоловіки у студії. Ну, так вже склалося, ми спеціального цього не робили. Коли я казав про те, що у нас сьогодні піде розмова про конкретні ситуації, на які ми справді можемо вплинути, ми чи міська влада, тобто у будь-якому випадку, це не просто теорія. Адже ми могли б досить легко скатитися до розмови про тарифи НКРЕ, що регулюється НКРЕ, казати, що ми можемо зробити, це ж іде зверху. Втім, є багато чого такого, що ми можемо справді полагодити власними силами. І я зараз хочу запропонувати вам сюжет, який буквально півгодини тому пройшов у нас у новинах, але, наскільки я розумію, ті, хто тут у нас у студії, просто не могли його побачити, вони саме у цей час добиралися на нашу програму. І тому я дуже хотів би, щоб, зокрема, Валентин Васильович також подивився. Це така, знаєте, невеличкий такий зліпок історії, яка вже тягнеться досить давно, і за останні два місяці, якщо мені не зраджує пам'ять, ми вже друге звертаємося до цієї конкретної ситуації. Я думаю, що вам буде що прокоментувати, і нашим глядачам буде зрозуміло, що дуже багато чого такого, що нам кажуть представники ЖЕКів, насправді не зовсім відповідає дійсності. Давайте подивимося. Близько року мешканці багатоповерхівки намагались умовити ЖЕК полагодити каналізацію в підвальному приміщенні, почистити його від бруду, відходів та плісняви, аби позбутися жахливого запаху, грибка і задухи, від якої страждають мешканці квартир на першому та другому поверсі. І лише за допомогою ЗМІ людям вдалося активізувати комунальників. Спільними зусиллями було прокладено нову каналізаційну трубу. З того часу минуло вже два місяці, але сморід і досі не вивітрився, а пліснява та сирість поїдають стіни квартир. Все, що ми розполагали і хотіли, щоб ЖЕК зробив, нічого практично не зроблено. Приносив заявлення в ЖЕК, що воняє в під'їзді. І при цьому ніяких змінень не було. Ніхто не приходив, нічого не смотрел, нічого не чистив. В квартирі плесень, чорна, грибок.
запах неприятный и довольно тянет сыростью. В той же час начальник ЖЕКу номер 7 Наталія Кучеренко запевняє, що всі очисні роботи були проведені. Стару каналізаційну трубу дійсно замінили. Та, на жаль, проблему це не вирішило. Підвал залишився таким же брудним. До того ж, чи то старі, чи нові труби підтікають. Були привезені матеріали, і у людей поміняли частично каналізацію. Хоча там нічого устрашаючого сверхъестественного не було. Люди неправильно пользувались каналізаційною системою. Наталія Кучеренко зі своїми підлеглими оглянула підвальне приміщення і запевнила, що весь непотріб буде прибрано. Буде виконана чистка каналізаційної системи другого підвалу, дезінфекція і будемо вбирати це все. Проміжуток якого часу? Значить, сьогодні чистимо, завтра вбираємо. Парадоксально, але в даному конкретному випадку лише у присутності журналістів працівники ЖЕКу починали виконувати свої прямі обов'язки. На прохання людей, скарги, запити вони не реагували. Хоча законом України про надання житлово-комунальних послуг зазначено, що компослуги надаються споживачеві безперервно. Втім, є у цьому документі декілька винятків і комунальники ними вдало прикриваються. Я думаю, що побачили наші глядачі, наскільки схожі відповіді як представників ЖЕКів, так і представників різних постачальних організацій, постачальників послуг різного роду. Коли до них звертаються з питанням, а що ж таке, чому ви ж так погано виконуєте ваші обов'язки? Хтось завжди винний, ми ось тільки-тільки щось полагодили, ось ми тільки-тільки цим займалися, а завтра все взагалі буде гаразд. Ну, мені здається, що це вже система. Я, перш ніж передати по традиційній хвилині нашим гостям, хочу нагадати, що нас можна подивитися не тільки по телевізору, але й в мережі інтернет на сайті в Ніколаєві Інфо. За 20 хвилин ви побачите на ваших екранах телефони прямого зв'язку і зможете з нами зв'язатися безпосередньо. І також можна з нами слідкувати, принаймні ставити ваше питання, як на моїй особистій сторінці, так і на сторінці нашої програми, яку ви зараз бачите на екрані. Це у мережі Facebook, сторінка «Контраргумент». Будь ласка, приєднуйтесь до нас зручним для вас способом, а я передаю традиційну хвилину кожному з наших гостей для того, щоб окреслити вашу позицію на початку програми. Будь ласка, Володимир Васильович, вам вже є про що казати. Добрий вечір, уважаємо жителі, гості, хазяїва. Значить, ну, сразу по цьому факту, завтра буде перевірка по результатам виконання своїх должностних обов'язків начальника ЖЕКа, руководства ЖКП Пінь. Проверим, что она обещала и что по факту сделано. И проинформируем после этого жителей. Что касается сегодняшней темы, чтобы мы понимали, что действительно зависит от нас, что от нас зависит, но не в полном объеме, не в полной мере. Значит, начнем с так называемых тарифов на коммунальные услуги. Самый большой тариф на сегодняшний день – это тариф за отопление. 17 гривен 7 копеек – это для облтепла. Точнее, облтепло для населения. Николаевская ТЭЦ 15-26 с квадратного метра в отопительный сезон. Тариф рассчитывается предприятием, утверждается НКРЕКП, Национальная комиссия регулирования тарифов. Следующий тариф электроэнергии, это также вопрос НКРЕКП, газ НКРЕКП, водоканал. Централизованное водоснабжение, вот отведение НКРЭКП, там был вопрос по утверждению тарифов на внутридомовые потери, это одна из составляющих, мы их согласовали на исполкоме, но общий тариф по воде и водоотведению будет принят опять же национальной комиссией. И подходим к тарифу, который утверждается решением исполнительного комитета, тариф по квартирной плате и обслуживанию придомовой территории. Значит, что у нас на сегодняшний день? Тариф рассчитан по 529 постанове в 2009 году по категориям. Значит, колеблется он после корректировки в связи с повышением цен на вывоз ТБО, прежде всего из-за роста ГСМ, от 2,10 гривен за квадратный метр дома с лифтами. Значит, также мы корректировали тариф в связи с повышением стоимости электроэнергии на коммунальное освещение. Все остальные составляющие тарифа, у нас их 9, можем вернуться по каждой позиции отдельно, это вывоз ТПВ, это
уборка придомовой территории, это диспетчеризация лифтов, это электроэнергия лифтов, это содержание лифтов, это электроэнергия коммуналки, это внутридомовое обслуживание, это текущий ремонт и прочее, куда входят справки, договора, банковские платежи. То есть, как мы видим, у нас 9 составляющих и тариф, еще раз говорю, был принят в 2009 году. После этого прошло несколько постановлений. Последнее действующее 869-е, которое гласит, что должен быть принят подомовой тариф. Почему мы до сих пор его не принимали, я думаю, что мы к этому вопросу вернемся чуть позже, чтобы не занимать сразу время. Сразу хочу сказать, что на момент принятия 869-й постановы Кабинета министров в 2011 году был рассчитан тариф, и он на тот момент был больше действующего процентов на 70. Сейчас при нынешних затратах на содержание жилых домов он бы колебался в домах с лифтами более 4 гривен. Поэтому, учитывая, что и так в последнее время нагрузка на оплату коммунальных услуг на наше население значительно возросла, прежде всего за счет тех услуг коммунальных, которые я уже называл, это и отопление, и газ, и электроэнергия, мы не выносили на рассмотрение подомовой тариф. К расчету мы сейчас возвращаемся, будем его обсуждать с вновь избранным городским головой, с вновь избранным депутатским корпусом, с общественностью. И несмотря на то, что по постанове предусматривает, что мы имеем право по расчету наших коммунальных жилищно-эксплуатационных, точнее, предприятий, путем обнародования либо через интернет-издание, либо через подъезды, через 2 недели его принимать, я хочу заверить всех, что мы принимать его не будем до тех пор, пока мы его всесторонне не изучим, не рассмотрим, и только после этого будет принято решение. Коротко у меня все. Спасибо, Владимир Васильевич. Александр Владимирович, я понимаю, что тут вы едины в нескольких ипостасях. Насколько я понимаю, в ближайшее время вы, если не возглавите, то уж точно войдете в комиссию по ЖКХ. Спасибо, депутатскую. И помимо этого, вы, в общем-то, все знаете про СНД. Я думаю, что, обозначая вашу тему, все-таки попрошу будет быть немножко более кратким, чем Олег Валентин Васильевич, вы коснетесь того, что с 1 июля, в общем-то, хотят или не хотят Николаев, все равно, как и вообще все украинцы, нам придется жить по новым правилам. Это вот об этом тоже стоит поговорить. Пожалуйста. Ну, я буду, конечно, более краток. Ну, самое важное, что я хочу продолжить мысль Валентина Васильевича о том, что у нас постоянно вопрос о тарифе, это в виде какого-то танца с бубнами вокруг сакрального понятия тарифа. Давайте, вот жизнь нас привела к какой-то точке, мы уйдем от слова социальное понятие тарифа. Пора вернуться к простым экономическим законам, требованиям и говорить о том, что это, уважаемые, это ваша собственность и есть какая-то цена ее содержания. Если тебе не нравится эта стоимость, не нравится этот тариф, пожалуйста, закон на сегодняшний день и об управлении многоквартирными домами, особенностях, и новый, ну практически новый закон об СНД дает свободу. Тебе не нравится тариф, пожалуйста, организовывай СНД. Ты не в состоянии организовать СНД, пожалуйста, тебе будет назначена управляющая компания, и эта компания посчитает экономически обоснованный тариф для вашего дома. Со своей стороны, я так думаю, город будет контролировать, выступит неким арбитром между управляющей компанией и жильцами, между получателем услуги, производителем услуги и потребителем. Потом, я вообще настроен оптимистично, несмотря на этот закон, как бы его не пугались, но, наверное, это все-таки пришла эта точка, время X, когда человек должен определиться. Я всегда на встречах, я часто встречаюсь с жильцами на тему СМД, агитирую и напоминаю о том, что, уважаемые, в 93-95 году под отделами приватизации ночевали люди. Выломали ноги, бежали. Спешили получить приватизационные документы. Извините, прошло 25 лет. Все, цирк закончился, вы получили собственность, абсолютное большинство домов частные, будьте любезны содержать свою собственность. И опять-таки возвращаясь к своим словам, не нравится, создавайте УСНД. Не можете создать, принимайте то, как есть.
Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Ильич. Я хочу сказать, что в процессе подготовки к этой программе мы изучали вопрос и заключения договоров с ЖЭКами. Ну, то есть, вполне логично, да, что если ты за что-то платишь, то нужен некий документ, в котором прописано, за что ты платишь, и если тебе за твои деньги не предоставляются услуги, ну, соответственно, там ты не платишь. Так вот, что интересно, мне разъяснили, причем очень многие юристы как бы отмахивались от меня, но все-таки нашелся специалист в этой области, который сказал, что тут есть такая вот узкая вот лазейка. То есть, если, допустим, ну, либо ты новый жилец приехал и должен как бы начать работать с этим ЖЭКом, либо ЖЭК поменялся, то ты можешь требовать, безусловно, договор. И если тебе ЖЭК договор не предоставляет, и ты ни разу не заплатил, то ты как бы можешь вообще и дальше не платить, пока ты не заключишь договор. То есть ЖЭК тебе отказывает, ну хорошо, ну что ж, извините, тогда платить не за что. Но если ты хотя бы раз заплатил, ты этим платежом по факту как бы признал свое согласие с этим несуществующим и невиданным тобой договором, и после этого как бы все нормально, ты уже ничего в суде не докажешь, раз заплатил, ну все, значит согласился. Вот такая вот интересная коллизия. У нас есть в студии человек, который умудрился в результате долгой войны, помните, обещал, что будет и про войны, и про победы, все-таки сумел, в общем, доказать свою правоту в ЖЭКе. Алексей Васильевич, прошу прощения, вот поделитесь опытом затяжных военных действий. Ну, вот эти действия начались с 2007 года. Как раз вот в 2007 году я выиграл свой первый суд, а вот в 2007 году я прекратил оплату ЖЭКовских услуг нашему дому, потому что платил на суде, это очень... Суд продолжался, кстати, 8 месяцев. За 8 месяцев, там даже 9 месяцев, мы полностью, ну как бы, разобрался я полностью в этой ситуации. Значит, ЖЭК совершенно ничего не делал. Я в суде, в общем, был предоставлен документ помесячное нарастание моей якобы задолженности. Там было четко видно, что я несколько раз занимался кредитованием. То есть я на полгода, иногда, может быть, даже на год платил вперед, чтобы не гонять мать по каждый месяц оплаты. Тем не менее, ничего в подъезде не делалось. Обращался несколько раз в ЖЭК, там, в общем-то, никакой реакции не происходило. Ну и перестал платить. Ничего не изменилось, ситуация не изменилась. Как ЖЭК ничего не делал после того, как я перестал платить, так он и продолжил ничего платить. В 2008 году подает на меня в суд, начинаем в суде разбираться. Вот, в суде все четко всплывает, что, во-первых, тариф рассчитан неверно. Тариф рассчитан неверно, я сейчас могу все это доказать. Вот у меня тут три папочки, и то это малая часть. Вот Валентин Гордеджи прекрасно знает, что тариф, я готов подтвердить, рассчитан, самое страшное преступление, рассчитан неправильно. Во-первых, тариф рассчитан неправильно с точки зрения экономической обоснованности его, и мало того, он неправильно утвержден. То есть суд, получается, я, в общем-то, выиграл. Выиграл в 2008 году, в 2009 я его уже проиграл. Тут интересная история, поэтому в конечном итоге ЖЭК этот поменяли. ЖЭК этот поменяли, ЧП «Арианда», вы прекрасно помните. И получается очень интересная ситуация. ЖЭК поменяли... По причине, в 2011 году его поменяли. С 2005 года этот ЖЭК, во-первых, прежде всего, самое страшное преступление, что этот ЖЭК поставлен незаконно. Этот ЖЭК, ЧП «Арианда», я утверждаю, началось все с несоблюдения законов. Вот 15.03.2005 года незаконно ЖЭК посадили в кресло ЖЭКа. Это предприятие, которое никто не знал. Таких у нас, я не знаю, в городе 10, порядка 10 тысяч. Основное его занятие, оказывается, это тоже в суде все документы были предоставлены, основное занятие – деревообработка, изготовление мебели и розничная торговля. И вдруг он 15.03.2005 года по распоряжению городского головы он назначается в порядке экономического эксперимента.
То есть нас, жильцов 80 многоквартирных домов, взяли подопытными кроликами. И над нами провели вот такой вот эксперимент, не спросив у нас на то разрешения. Даем мы согласие на проведение. Почему-то городской голова не проводил эксперимент на многоквартирных домах, там, где живут работники горисполкома. И, я думаю, работники горисполкома тонким слоем размазаны по всему городу, поэтому наверняка ну, там вот тоже хотя кто-то бы попался. Пусть они вот... Александр Сергеевич, спасибо. Я смотрю, что многозначительно улыбается Алексей Кочубин, но он, видимо, держит паузу мхатовскую до конца программы, чтобы подвести итог. Однако не случайно у нас так много общественников, не случайно у нас так много экспертов самого разного, в том числе самого высокого уровня. Вот Владимир Михайлович, он человек, который не просто был заместителем вице-губернатором, но еще и диссертации по этому поводу писал. И, в общем-то, знает непосредственно из личного опыта, как это вообще происходит. Вот ваш комментарий по этому поводу, пожалуйста, Владимир Михайлович. Ну, я хотел бы, так как у нас русский язык... Не, ну, пожалуйста, будь-якую мову, якую зручно. Да, нема питань. Я хотел бы сказать, что сегодня альтернативы ОСМД просто не существуют. Я хотел бы сказать следующее, что 91% жилого фонда Украины он сегодня в частных руках. И сегодня каждый должен заботиться сам о своем жилье и выбирать то предприятие, которое будет надавать коммунальные послуги, значит, чи самостоятельно, чи через управляющую компанию, чи через голову ОСМД. Я хотел бы сказать, что благодаря все-таки... и заступнику голови житлово-комунального господарства ми проводили, наш інститут проводив дуже потужні навчання. Будемо продовжувати. І будемо продовжувати це питання. Значить, навчанню людей, які бажають очолювати значить, ОСМД, це по-перше. По-друге, я хотів би сказати, що на сьогоднішній день що б ми не говорили, але існує, як то кажуть, муніципальний монополізм. Це водопостачання, водовідведення, це постачання тепла. І що б ми не говорили, тарифи там значить, формуються таким чином. Не від затратного механізму. І тому на сьогоднішній день ці монополісти бажають не знижувати ціну, а підвищувати цю ціну з ряду різних причин. Тобто обґрунтовується, скільки вони витратили там тих чи інших видів енергії, потім підвищення заробітної плати, ну це, в принципі, це потрібно робити. Але фактично, якщо ми подивимося, то ну, наприклад, я хотів би навести деякі приклади, ну, по українським міркам. Будь ласка, як вам зручно? Да. Значить, от, на сьогоднішній день житлово-комунальне господарство в Україні витрачає, значить, 14 мільярдів кубів газу, 10 мільярдів кіловат-годин електроенергії і 1,5 мільйона тонн твердого палива. Якщо взяти по, значить, тим втратам, які є сьогодні, да, то ми можемо сказати таким чином, значить, сьогодні, значить, там, де виробляється, значить, чи тепло, значить, втрати порядка 22%. А, значить, втрати по постачанню в мережах десь 28%. І саме головне, де втрати, це у споживача, десь 30% втрат. Це неотеплені будинки, це відкриті форточки, тому що ну, з постійною температурою ми подаємо. Якщо взяти по електроенергії, то втрати йдуть у нас десь до 30%, тому що у нас мережі, ну, можна сказати, вони не відповідають тим реаліям, які є. Потужності змінюються там, чи зменшуються, стоять трансформатори з великою потужністю, реактивна потужність і так далі, все це ну, створюють умови, коли ми втрачаємо дуже багато. Якщо взяти з переводу на газ, то ми втрачаємо по Україні порядка
2,5 мільярдів кубів газу, вдумайтесь цю цифру, якщо взяти все, да, 2,5 мільярда кубів газу ми втрачаємо на оцих комунальних послугах. І за це все ми сплачуємо. Тобто ми сьогодні повинні суспільство, не тільки керівники, не тільки керівники підприємств, які нам постачають послуги, а всі ми повинні звертати увагу на те, щоб ми привели от комунальне господарство, житлово-комунальне господарство в той стан, який потрібно. Але ще наведу одну цифру, це теж досліджено. Все ж таки в Миколаєві на одного споживача витрачається менше условного палива, по-моєму, 112 чи 116 гігакалорій на одного мешканця, а є регіони, де витрачається порядка 200 гігакалорій. І тому, в цьому, але все одно ми бачимо, які втрати ми маємо в тепломережах, які втрати ми маємо. І потрібно на сьогоднішній день з цими монопольними структурами, які є на сьогоднішній день, монополісти від наші комунальні, да? Потрібно дуже серйозно приділяти увагу, тому що потрібно, зношеність, я можу сказати, якщо взяти водопроводні мережі, у нас зношеність порядка 30-40%. Це те, що потрібно негайно змінювати. Це потрібні кошти. Я не знаю, на сьогодні інвестиційна складова є в тарифі чи немає? Заможна. Є, так? Да. А яким чином, де вона формується, як вона відкладається через, і так далі. Це теж нам потрібно розуміти. І всі мешканці міста Миколаєва, не тільки міста Миколаєва, всієї області, да, у кожного свої є речі, вони повинні просто знати, де це відбувається, як це відбувається. І тоді не буде таких речей, які на сьогоднішній день висувають мешканці Миколаєва. Але ще раз хотів би зазначити, 91% помешкань у нас в приватній власності. І дійсно з липня наступного року ми переходимо фактично на ОСМД, де будуть управляючі компанії, а краще було, щоб була самоорганізація населення, щоб всі спокійно переходили на ці речі. Але є теж застереження з точки зору діючого законодавства, що передаючи в ОСМД ту чи іншу будівлю, потрібно 100% її відремонтувати там і так далі, і так далі. Вже в цьому законі вже немає, ми про це розповідали. Але до прийняття цього закону ця норма була. Це стримувало взагалі створення ОСМД. На сьогоднішній день такої норми немає. Я просто виборочно прочитав цей закон, чесно кажучи, не помітив цього, але це одна з головних причин, яка стримувала створення ОСМД, не тільки в Миколаєві, а взагалі в великих містах. Дякую. Дякую, Володимире Михайловичу. Я хочу сказати, що це вже не перша наша програма, як я зазначав на самого початку, і ми просто на минулій програмі обіцяли, що обов'язково повернемося до цієї теми. Отже, повертаємося. І я дуже вдячний, що є у нас, так, звичайно, зараз я дам вам слово, дуже вдячний, що є представники як виконавчої, так і представницької влади, адже саме вам вирішувати, що робити, а вам виконувати, Володимире Васильовичу. Будь ласка, я думаю, що у вас є досить багато чого сказати і в якості коментарів, і в якості відповіді на вже поставлені запитання. Будь ласка. Що стосується участия місцевих органів влади, відповідно, міської общини в формуванні тарифів, ви задали вопрос по інституційним составляющим тарифів. Так от, на исполкоме міського совета інвестпрограми тепловиків, это Николаевская ТЭЦ и Облтеплоэнерго, и нашего водоканала согласовываются. В двух словах, пользуясь случаем, проинформирую, что запланировала каждая из организаций на этот год. Возьмем Николаевская ТЭЦ. Значит, часть аварийной теплотрассы и 40 приборов учета тепловой энергии, коммерческих узлов учета тепловой энергии. Николаевская ТЭЦ, две основных позиции.
Значит, если помните, в этом году переходили они проспект Мира по первой линии. Это завершение прошлогодней теплотрассы. Хотя, что лично мое мнение было, что надо было поэтапно заниматься улицей Московской. Но, тем не менее, они сначала согласовали свою инвестпрограмму у себя в министерстве, потом уже, скажем так, нас поставили перед фактом. Я надеюсь, что в дальнейшем мы, скажем, будем отстаивать свою позицию. И в ближайшее время все-таки Московская не будет разрываться по 10 раз в году, когда горожане не понимают, что это не местная власть занимается, что это государственное предприятие. Следующая инвестпрограмма нашего облтепла. Нашего, это имеется в виду Николаевского. Значит, у них 128 приборов учета тепловой энергии в инвестпрограмме и часть оборудования на котельных для улучшения работы котлов. По водоканалу. Это запорная арматура, прежде всего, вместо устаревшей, и электрооборудование, насосное оборудование и трубопроводы. То есть все то, что в принципе необходимо для эксплуатации того или иного оборудования. Ничего лишнего, на взгляд членов исполкома и самих специалистов, не было. Более того, и нацкомиссия не позволит ни одному из этих трех предприятий в инвестпрограммы забивать какие-то там механизмы для личного пользования, скажем так, в виде техники. А вот все-таки вопрос. Инвестпрограммы нужны для того, чтобы уменьшить энергопотребление, да, и уменьшить потери и уменьшить фактически тарифы на услуги. И вот эти инвестпрограммы должны быть обнародованы каким-то образом для того, чтобы люди знали, что поэтапно, когда будет делаться это, завтра они на 10% могут свои платежки увидеть, что там уменьшение тарифов. Как раз два кредита. Один кредит — это Николаев водоканала, предусмотрен по, скажем так, прежде всего уменьшение аварийных ситуаций и направлен на энергосбережение. Точно так же и кредит, который сейчас рассматривается в облтеплоэнерго. Наша облтепло попала среди 7 организаций, которые имеют шанс получить Мирового банка кредит под минимальные проценты. Также были направлены прежде всего по облтепло на уменьшение потребление энергии. Просто, по всей вероятности, наших граждан еще будет интересовать один вопрос. Вот по каким параметрам подается вода населению, да? Вот. И соответствует ли она тем европейским нормам, которые... Либо мы получаем питьевую воду, либо техническую воду. Вот граждане должны знать. Мне кажется, что в вашем вопросе заложена одновременно издевка, сарказм, обвинение. Нет, абсолютно нет. По нашему ГОСТу наша вода водоканала соответствует, но наш ГОСТ ему очень далеко до европейского. Отменили уже все ГОСТы. А тем более. Спасибо. Но мы еще не перешли. Спасибо, Александр Владимирович. Да. Я хотел бы вернуться к нашим гостям и поговорить на тему войн с ЖЭКами. Угу. Может, я небольшой любитель ЖЭКов, но я считаю, что говорить о войнах, бессмысленно. Победителей в этой войне нет. Потому что в то же самое время, когда вы начали войну с ЖЭКами, я просто организовал ОСМД в 2005 году. И за это время я получил дивидендов от сотрудничества и с программой про ООН, и с программами, которые в городе предлагались, а в департаменте, больше, наверное, чем вы в своей войне. Поэтому я не рекомендовал бы пропагандировать такую систему. Давайте воевать с ЖЭКами. Это бессмысленно. Но вы рассказываете как о неких победах. Да это не победы. Нет победителей, самое страшное. Нет победителей. Спасибо, Александр Васильевич. Пожалуйста, секундочку. У нас есть звонок зрителя. Вы с вашим вопросом или ответом, Николай Дентис. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просил бы не отключать, если там что-то не так буду говорить, но я думаю, скажу, что... Вы главное не материтесь. Не. Я знаю, что вы когда много говоришь, вы начинаете выключать. Так я хочу по Лещику, там, товарищу такому, сказать, что он там с ЖЭКом воюет, да. Создайте СНД. Вы грамотный человек. И у вас все будет хорошо. Создайте правление. И ваш дом будет золотой. Но вы учтите, когда вы создаете СНД, вы будете бороться с должниками. Когда у вас будет все сделано, а люди не платят. И что вы тогда скажете? Про тарифы или про совесть людей?
попробуйте поруководить домом, когда вот большинство, конечно, населения есть, это участвует в жизни дома, а 10-15 попадаются, и все ваши труды уходят в никуда. Потом, значит, по воде идут потери эти от 100 до 300 кубов. Никому не интересно в стране. Я бы заглядывал в интернет, там тоже ни профессора, никто не может понять, куда идет утечка воды в доме. Если нет, основная трасса не течет, в квартирах не воруют. Значит, или технические разницы между общедомовым водомером и квартирными, или квартирные водомеры не реагируют на утечку воды, квартирных водомеров не реагируют на утечку мелкой воды через унитазы, через бачки. Значит, вот эта китайская техника, которая нам поставляется в ущерб в нашей стране, значит, она не дает реагировать этим счетчикам. Значит, кто-то должен же думать, это мы такие деньги тратим, мы 100% тратим водоканалу. Когда начинаешь людям говорить, что надо вот эти потери 100-300 кубов раскидывать на всех жильцов, они говорят, у нас в квартире счетчик есть, попробуй только мне что-то лишнее написать, будешь в суде. В водоканале говорят, записывая это в расходы хозяйственные, это что, я должен 100-200-300 кубов записать в расходы, куда я их, сука, поливаю? По теплу увеличили, значит, тариф, уменьшили теплоподачу. Люди с ума сходят от этих денег. Значит, 9 этаж сидит в тепле, до 6 этажа еще более-менее, нижние этажи получают минимум тепла, а платят так же самое, как 9 этаж, который находится в тепле. И там некоторые комнаты в другом порядке. Значит, по утеплению. Утепление домов, это, во-первых, одни говорят по одному, другие по... Идет большая потеря не через стены, а через окна. Ну, меряют, показывают же, что красный вот... Тепловизорами меряют и показывают, что красный именно на окнах. Может быть, лучше бы ставни сделать на окна, грамотно технически, которые решит этот вопрос. Тем более, что пенопласт, который используют, он горючий и токсичный и так далее и тому и подобное. И делается кусками это все. Опять же, одни говорят можно, другие нельзя. И что с этим вопросом тоже сделать, когда вот такие блямбы на домах? Электропотери. Зайдите в СНД. Какие у нас электропотери? У многих стоят датчики движения. Мы стараемся экономить на всем. А нас давят тарифами, и мы не можем. Мы с ума сходим от содержания дома. Мы сами работаем на себя. Мы сами пытаемся дом содержать. Лишь бы нам не мешали ни этими деньгами, ни налогами, ничем. Спасибо. Приятно слышать настолько компетентного собеседника. Пожалуйста, оставьте ваши контакты режиссеру. Наверняка у нас будет программа. Председателю СНД. Ну, я вот так и понял. Наверняка у нас будут программы по той теме, в которой вы разбираетесь. Мы с удовольствием пригласим вас как эксперта к нам в студию. Или как минимум возьмем ваш комментарий, когда будем готовить очередной сюжет. Спасибо большое за звонок. К вопросу... А, Владимир Васильевич, пожалуйста. Да, я на эту тему, значит... Вопрос по утеплению жилых домов. Чем, как, значит, изобретать велосипед не надо. Необходимо сделать проект, пройти экспертизу и заниматься планомерной его реализацией. Проектант скажет и несет персональную ответственность за проектное решение. Сразу отвечаю на возможный вопрос, очень дорого. Значит, необъятное объять нельзя, поэтому мы в прошлом году, в этом году чуть больше... Работаем с ОСМД по программе софинансирования. Значит, тех ОСМД, где ранее были ЖСК, софинансирование 50 на 50, там, где ОСМД стало после того, как перешло из коммунальной собственности, у нас софинансирование 10% ОСМД, 90% местный бюджет. Для того, чтобы выполнить работы, необходимо ОСМД прежде всего сделать проект, пройти экспертизу и дать заявку не позднее ноября, скажем так, года за следующим бюджетным. Я не говорю, что мы сможем реализовать все сразу наши проекты, но мы поэтапно движемся, и я думаю, что дальше мы будем в этом же направлении работать. Спасибо, Валентин Васильевич. Александр Васильевич, я вас вижу. Еще один звонок, и потом я попрошу режиссера все-таки не давать в эфир звонки, пока не выскажется Александр Васильевич. А, нет, уже все, отключились. Значит, не дождались, видимо. Тогда, Александр Васильевич, пожалуйста. И Алексей Кочубей. Вопрос по СНД. Мне кажется, все жители многоквартирных домов за то, чтобы у них был порядок. ОСМД – это не единственная организация, Тут вопрос стоит, что государство гонит, опять загоняет в ОСМД всех насильно.
Нет. В чем виноваты жильцы дома? В том, что они исправно платили не одно десятилетие, что ЖЭК им ничего за эти деньги не делал, разбил их корыто, как я называю, а теперь государство избрасывает это корыто в ОСМД. Берите его, ребята, вы платили десятилетиями, вам ничего не делали, а это преступление. Преступление, ничего не делают. Я с вами общался, если... я знаю вашу схему и знаю вашу философию. Хорошо, пусть жильцы узнают. Пусть узнают. Те, кто нас смотрит, узнают. Это не аргумент, мы платили 50 лет. Вы платили за эксплуатационное содержание дома. Какое именно? Эксплуатационное содержание. Вы не платили за текущие ремонты. За текущий ремонт? А они делали? Вы не платили за капитальные ремонты. Я делаю запрос официальный, прошу акты выполненных работ. Что вы мне отвечаете? На это? Что вы мне отвечаете? Нету актов выполненных работ. Нету актов выполненных работ, нет смет под эти акты выполненных работ. Как мы с вами, вы всегда во всех, всем ответы даете. За вашим домом такая-то задолженность. Поэтому все, сразу же первым абзацем всех убивают. Вот за ваш... Не первым, а последним, во-первых, во-вторых. Последним вы всех посылаете на три буквы. Последним. Ну, то есть же. Вы посылаете, идите в суд. Если вы чем-то недовольны, идите в суд. Я пришел туда в суд. Александр Васильевич, давайте послушаем, пожалуйста, юриста, потому что, ну, я понимаю, тема больная, как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу, его раздувает в одну сторону. И поскольку вы уже стали специалистом в этом вопросе, то давайте все-таки послушаем и остальных. Алексей, пожалуйста. Ну, в контексте, наверное, фразы «война с ЖЭКами» и ее продление. Ну, представляется, что существует три модели взаимоотношения с ЖЭКом. Первая модель – это исправно оплачивать все счета, которые выставляет ЖЭК. Ну, и, наверное, данная модель не требует никаких особых комментариев. Если комментарий мог бы возникнуть, то только в виде слов благодарности от представителя ЖЭКа. Модель вторая – это не платить вообще. Данная модель имеет право на жизнь. Учитывая, что наши суды перегружены делами, учитывая, что количество неплательщиков по отношению к ЖЭКам крайне велико, представляется, что у ЖЭКа не скоро дойдут к вам, неплательщику, руки и ноги до суда, а даже если дойдут, то существуют какие-то юридические, определенные юридические зацепки, закавыки, которые позволят или не дать возможность ЖЭКу вообще выиграть этот суд, или существенно уберечь его аппетиты, или проиграть. В случае проигрыша суда дальше переходит взаимоотношения в исполнительную службу, которая также перезагружена делами с должниками, и также можно предполагать, что до вас, до должника, руки и все те же ноги, но уже исполнительные, не дойдут. Сторонники данной модели поведения, к их сторонникам относятся и известные в нашей стране юристы. Например, Татьяна Монтян, которая вообще публично неоднократно призывала, по крайней мере, своих соседей по дому категорически не платить ЖЭКу за услуги, и сама, по ее утверждению, категорически не платит. Говорить о том, что эта модель поведения, безусловно, выигрышна, я бы не стал, я просто ее привожу как пример и как со словами о том, что она имеет право на существование. Тоже проговорю, что у нее имеются и минусы, но как минимум в том, что все-таки суд в конечном итоге можно проиграть и выйти на печальный исход. Этот печальный исход будет обременен также и штрафами и пеней. Кроме того, такие практические моменты, что когда вы не платите ЖЭКу, вы не сможете от ЖЭКа получить никакой справки, ни одной справки. Точнее, по закону ЖЭК обязан ее выдать, но реалии нашей жизни таковы, что неплательщик ее не сможет получить, а если сможет, то тоже путем долгого хождения по прокуратурам, по защитам прав потребителей или там, по судам. Ну и там, третий минус, это то, что проиграв суд, на вас может быть также наложено такое ограничение, как запрет на выезд за пределы Украины. Третья модель поведения.
в отношении ЖЭКом. Это модель, ну, несколько усредненная, которая находится между первой и второй. Обязательным ее условием представляется наличие договора с ЖЭКом на оказание услуг. Кстати, по поводу, Ярослав Владимирович, вашей преамбулы, вставки о том, что, значит, вот существует лазейка, я два слова по поводу этого лазейки скажу, но сначала напомню, то есть в чем якобы состоит лазейка, что если вы покупаете квартиру, не подписали с ЖЭКом договор и не подписываете этот договор и не делаете ни одного платежа, то, соответственно, пока этот договор не подписан, вы можете не платить ЖЭКу за услуги. Ну, собственно, я бы не назвал бы данную лазейку лазейкой, поскольку представляется, что она также будет достаточно ущербна в суде, потому что законодательством установлено, действительно установлено, что оплата осуществляется по договору. Вместе с тем, даже при отсутствии договора, человек, который проживает в квартире и волей-неволей потребляет услуги от ЖЭКа, пусть не услуги, связанные с ремонтом электропечи у него в квартире, однако услуги по обслуживанию освещения прилежащей территории, там, не знаю, там, ремонта труб, автоматически принимает ситуацию, по которой ЖЭК ему услуги оказывает, ну и автоматически вроде как он должен платить. А то, что он не подписал этот договор, ведь при этом он же не заявлял о том, что я отказываюсь от услуг ЖЭКа. Словом, здесь тоже начинается такая непростая юридическая игра, и воспринимать эту лазейку вот так вот однозначно я бы не советовал. Да, так вот, третья модель взаимоотношения с ЖЭКом, это модель, при которой в первую очередь должен быть договор. На практике достаточно часто ЖЭКи не спешат с подписанием таковых договоров с жителями домов. Ну, собственно говоря, для ЖЭКов и нет необходимости в такой спешке, поскольку если им услуги, они, если они выставляют счета, услуги им оплачивают, то зачем им договор? Ведь договор будет предполагать четкое прописывание тех именно услуг, которые конкретный ЖЭК оказывает конкретному жителю. Поэтому договор не очень в его подписании в бумажном виде не очень сопрягается с интересами ЖЭКа. Я бы рекомендовал жителям, у которых такового договора с ЖЭКом не существует, настаивать на таком подписании, причем настаивать не просто пешими походами в ЖЭК и там заявлениями «дайте мне договор, подпишите», а строить свои взаимоотношения через письменное заявление, сданное, соответственно, с отметкой его принятия. Кстати, любые взаимоотношения с ЖЭКом правильно строить исключительно в письменном ключе, оставляя себе дубликат с отметкой о принятии любого документа, с которым обращали в ЖЭК. При наличии такого договора законом о жилищно-коммунальных услугах предполагается следующая ситуация. Если вас не устраивает качество услуг, которых вам оказывает ЖЭК, или вообще эти услуги не оказываются, вы вправе обратиться с заявлением к ЖЭКу о направлении к вам специалист, представителя ЖЭКа для составления акта претензии. В случае, если таковой представитель ЖЭКа не является или, придя на место, отказывается от подписания акта претензии, вы вправе этот акт претензии подписать совместно, ну, рекомендуемо, еще с двумя жителями дома. И вот такой вот акт претензии, в котором фиксируются те услуги, которые не оказаны ЖЭКом или оказаны в ненадлежащем качестве, является основанием для вашего обращения к ЖЭКу с заявлением о уменьшении соответствующих будущих платежей, либо о том, что вообще, скажем, вы не будете делать платежи за то-то и за то-то. То есть вот такой вот путь, да, то есть это путь усредненный. Спасибо, Алексей. Я так понял, что ты решил одним куском просто взять все свое время. Надо заметить, что... Если бы я не увидел твои реакции, я бы не остановился. То есть мне надо было раньше начать. Но я должен сказать, что, в общем-то, я тебя не перебивал именно потому, что несколько вопросов зрителей поступили вот по Фейсбуку, и на некоторые из них ты уже ответил. Так что сейчас, секундочку, Александр Владимирович, у нас есть звонок. Пожалуйста, говорите. Спасибо, что дождались. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я даже, честно говоря, не знаю, к кому обратиться из присутствующих по поводу того, что делать, какая судьба будет у жильцов общежитий. У нас приватизированные комнаты в общежитии. Мы относимся к гуртожитку. Что нам делать? Создавать ОСББ? Что делать? Мы даже не знаем. Если мы напрямую платим в ЖЭК за свет и за воду. Нам нужно выходить на прямое абонирование с Облэнерго, но не хотят нас брать на прямое абонирование. Это же самая ситуация с водоканалом.
Ну вот, а как дальше решать ситуацию? Вот вы говорите, нужно выбирать управляющую компанию. Каким образом? Как это будет протекать в июле месяце следующего года именно с общежитием? Спасибо. Тема общежития тоже была, рассматривалась у нас в студии. Вот Игорь Георгиевич это, в общем-то, достаточно интересно комментировал. Кстати, тогда много было рассказано о руководстве гуртожитком, и господин Солтис, я думаю, что, в общем-то, ему не то, что икалось, а его там должно было, наверное, подбрасывать, но как-то вот незаметно было результатов. До депутатов добросил. Да, ну добросил до депутатов, да еще добавок во главу списка оппозиционного блока. Нормальная реинкарнация. Александр Владимирович, да, пожалуйста. Я хотел все-таки прокомментировать фразу моего оппонента на тему, что государство всех загоняет в СМД. Нет, государство не загоняет. Вам дают выбор. Выбор. Закон развязывает рынок. Один выбор, вы не нравятся вам услуги, вы создаете ОСМД, сами устанавливаете тариф на общем собрании. Если он не превышает граничный уровень тарифа в городе, его не надо утверждать, вы получаете на него субсидию. Второй выбор, второй, пожалуйста. Если вы не можете принять решение, закон говорит, вместо вас органы местного самоуправления принимают решение, какую компанию управляющую вас отдать. И эта компания, исходя из того же подомового тарифа, исходя из своих экономических расчетов и методик, говорит, что содержание вашего дома стоит 10 гривен квадратный метр. Вы говорите, нам не нравится, и опять вы уходите куда? В ОСМД. Нет. Это идет очень глубоко, наша тема. Она заходит в наш патерналистский менталитет. Мы всегда думаем о том, что добрый мэр, добрый вице-мэр, еще кто-то, добрый ЖЭК, это вообще космос. Будет за нас все делать. Нет, уважаемый. Я уверен, в вашем доме 99% квартир приватизированы, нет? Или есть еще? Все, это вопрос закрыт. Вы являетесь собственниками своего дома. Да, вот. Какие проблемы? Почему? А теперь давайте дальше. Почему владелец частного дома Матвеевки или Терновки не имеет права прийти к Валентину Васильевичу и сказать, отремонтируйте мне крышу? Что он ему ответит? Я знаю денег ответ. Нет. Правильно? Нет, на самом деле, Владимир Васильевич скажет, это ваша собственность. Ну, я, как человек, живущий в частном доме, могу это подтвердить. Прийти и требовать что-то, не перебивайте меня, и требовать. Я когда-то был на очень хорошем собрании в Киеве, и очень чиновник высокого класса сказал, ребята, вы на халяву получили квартиры, и теперь вы через 20 лет требуете их отремонтировать. Извините, закон очень мудрый этот. Что бы на него ни говорили, так должно быть. Вы просто забыли еще один закон, просто его не рекламируют и не комментируют. С 1 января территориальные громады обязаны снять с баланса все жилые дома. И после этого город вообще не имеет права давать деньги на крыши, на лифты, на что угодно. Только на условиях софинансирования. Если у дома есть хозяин, есть представители, тогда работает эта программа 10 на 90. Правильно говорю? Кто не хочет управлять своим приватным жильем, извините, управляющей компанией. Встречный вопрос. Спасибо, господа. Да, Саш, пожалуйста. Если в доме живут, например, пенсионеры, есть же подъезды, где живут одни пенсионеры старые. Это как? Самые сознательные плательщики. Как раз они платят. Они платят. И не верьте, когда я создавал ОСМД, когда пенсионеры стали на мою сторону, мы все сделали. Спасибо. Я хотел бы попросить Олега Георгиевича прокомментировать вот целый ряд вопросов. Там было и по общежитиям, и по предоставлению услуг, потому что, насколько я знаю, у вас тут есть конкретные дела. И, пожалуйста, господа, подумайте, кто ответит на вопрос по общежитиям, вот, который задавал зритель. Пожалуйста. Я, наверное, отвечу. Да, вопрос, если можно. Вопрос относительно первое, относительно вот в той части, которая как бы шла об общежитиях, если это как-то касается вас. А второе, вот тут неоднократно говорилось о том, что у нас монополистами являются поставщики услуг. Какой? Так вот, о вашей практике в этой области, пожалуйста. Наша практика, она многосторонняя, разнообразна. Но в первую очередь, позвольте поддержать основную позицию, которая вот озвучилась на нашем уважаемом собрании. Это все-таки необходимость создания ОСМД. Я думаю, что все-таки мы к этому придем, потому что в принципе, те проблемы, которые озвучиваются здесь и звучат по горячим линиям, эти проблемы порождения безденежья, которое возникло в нашем государстве, в нашем обществе. И здесь необходим по одним из путей решения этой проблемы, организационных путей решения, это действительно создание СМД. Другое, что можно здесь сказать... При наличии монополистов на рынке жилищно-коммунальных услуг
это не аномалия, которая сложилась в результате каких-либо перекосов. Это, скажем так, реально сложившаяся ситуация по состоянию предприятий, которое действительно, ну, на сегодняшний день, как ЖЭКи, определялись в результате проведенных конкурсов городом, городскими властями, и они определялись исполнителями тех или иных услуг. Но я здесь не услышал одной позиции, в том числе от уважаемого юриста, представителя нашей юридической общественности. Я с удовольствием услышал ваш комментарий. Мало кто из общественных организаций попробовал обратиться к организатору конкурса о том, что нарушаются условия конкурса, о том, что не исполняются условия конкурса по качеству предоставляемых услуг, объему предоставляемых услуг. То есть, как бы акцентируют о том, что вот мы не будем платить. Хорошо, к чему это приведет? К кризису неплатежей. Каким образом заставить недобросовестного исполнителя услуг, в принципе, выполнить или каким образом его подтолкнуть к осуществлению определенных практических шагов? Ну, наверное, поставить вопрос о нахождении его на этом месте. А основным базовым документом, который его определил на это место, это результат конкурса. И, в принципе, городские власти могут это решать вопрос непосредственно в рабочем порядке. И вот тут наверняка возникает вопрос даже не антимонопольного комитета, который, ну, в данной ситуации как контролирующая организация нацхватка оказывается. А здесь в основном вопросы взаимодействия городской общины и его городской власти. Спасибо большое, Виталий Георгиевич. Секунду, Александр Васильевич, я вижу, сейчас вам дам слово. Я хочу только сказать о том, что вот чем хороша наша программа, за тем, что мы часто находим прямо здесь, в эфире, способы решения каких-то вопросов. И, пожалуйста, ваш короткий комментарий, только, пожалуйста, короткий, да, и потом Алексей договорит о механизме, только коротко, пожалуйста, о механизме, как можно вот то, что подсказывает Виталий Георгиевич, реализовать на практике. Пожалуйста. Я как раз и по Алексею, и по вот комментарию предыдущему, значит, я считаю, что вот как было заявлено три модели, я считаю, что должна быть одна модель быть. Значит, если в законодательстве четко прописано, что поставщик услуг должен подготовить и заключить со споживачом договор, то давайте его выполнять. Четко все прописано. Какие еще можно быть варианты? Вот в законе специальный закон. Специально сделали шикарный закон. По моему отношению, он на 95% замечательный. Туда бы немножечко... Сейчас готовится новое преступление, новый закон о ЖКУ, о жилищно-коммунальных условиях. Я туда официально Алене Бабак отправил порядка больше 30 замечаний, изменений, дополнений к этому. Это вообще ни в какие рамки не вписывается. Это вот. Теперь, как контролировать? Элементарно просто. В законе четко написано. Значит, для чего я призываю всех, помимо всего прочего, всех споживачей добиваться заключения договора прямого с ЖЭКом? Потому что договор – это грамотно составленный договор, который соответствует типовому договору. Это охранная грамота. Эта охранная грамота позволяет проконтролировать тариф. Эта охранная грамота позволяет проконтролировать объем предоставляемых услуг, качество предоставляемых услуг. Четко в законе написано, если вам ничего не делают, вы ничего не платите. Если вам делают не в полном объеме или не с тем качеством, перерасчет. Можно даже никого не звать при наличии документа этого. Вот, пожалуйста, контроль. Элементарно, все просто. Ну да, конечно, пожалуйста. В чем дело? Вы поднимаете вопрос с точки зрения неуплаты за услугу. Хорошо, вы не оплатили услугу. Или вы получили ненадлежащего качества. Вам сделали перерасчет. Но сама проблема предоставления услуги не устранена. Не устранена. То есть, значит, поставщик за это должен отвечать. Вы говорите о том, что вы пытаетесь устранить последствия. Хорошо, устранили, но причина не устраняется вашим алгоритмом поведения. Почему она не устраняется? Если поставщик берет на себя объем, мы подписываем договор. Поставщик берет на себя обязательство выполнять то-то в этом объеме. Споживач берет на себя обязательство оплачивать это. Причем в законе четко написано, товарищи, многого это не знает. Вот я даже уверен, что товарищ Гайдаржи не ответит на этот вопрос. В каком законе? В законе четко прописано. Сначала услуги, а потом оплата. Вот скажите мне, в каком законе такое написано? По ЖКХ 2004 года. Ни в коем случае. Нет. Нет. Вот вы, я, вот вам давайте зададим вопрос. Вот работники департамента ЖКХ, это очень многочисленная организация, антинародная я ее называю.
Вот департамент ЖКХ очень... Александр Васильевич, я понимаю, что опять-таки мы сейчас уходим в сольное выступление. Пусть будет ремарка, а не целый монолог. Да-да. Александр Васильевич, вы говорите интересные, правильные вещи, но просто мы же не можем всю передачу посвятить вашему диалогу. Давайте послушаем. Я по-прежнему надеюсь услышать сейчас комментарии Алексея. Может быть, что-то как раз и зритель присоединится к этому каким-то из вопросов, которые здесь у нас уже висят в воздухе без ответа. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я тоже пенсионерка. Я живу по правде 2Б. Наш ЖЭК Бриз. Скажите, пожалуйста, там у вас юрист сидит. Мы ни у кого не можем уточнить такой вопрос. Наш дом ставил сам учет тепла в доме. И часть квартир, квартир 10, не участвовала. Нас называли идиотами, дураками. А теперь пользуются нашими благами. Почему невозможно делать перерасчет этим людям? Почему часть людей должна участвовать, а часть пользуется их благами и их же называют идиотами? И еще, как можно старый дом, вот человек рассказывал, как хорошо ОСМД, но это старый дом, я здесь живу 32 года, а ему за 50 лет, здесь еще были печки раньше. Крыша не ремонтировалась, вот 32 года, что я живу, к ней никто не притрагивался, она сейчас на честном слове на одном крыле. Коммуникации также. Никогда за 32 года здесь никто никаких ремонтов не делал. Мало того, наши подсобные помещения были перепроданы уже третьи руки владельцы. Мы ими распоряжаться не сможем, вернуть их нельзя. У нас там был автомагазин, потом магазин. И мало того, в этих помещениях коммуникации дома, к которым мы доступа не имеем. Если малейшая авария, начинаем разыскивать владельцев, чтобы открыли эти помещения. Каким образом нам отделяться, если половина в доме алкоголики, которые с советских времен не платят и к ним никаких мер применить не могут? Им отрезают свет, они подключаются на площадку. Спасибо. И проблем очень много. Каким образом это решать? И самое главное, юрист, ответьте, пожалуйста, каким образом нам пересчитать тепло? Можем ли мы подать фамилии и номера квартир, чтобы люди не пользовались нашими благами? Спасибо. Я попрошу вас еще оставить свои контакты нашему режиссеру, потому что, возможно, надо будет вам как бы еще в индивидуальном порядке вас проконсультировать. Алексей, пожалуйста, что можно сказать вот сейчас? По поводу звонка я не смогу сказать, я не очень понял вопрос, или я его не расслышал, или не понял. Ну, я понял, имеется в виду, что... Я на него отвечу. Пожалуйста, Валентин Васильевич. Значит, к сожалению, по закону, если есть прибор, коммерческий узел учета тепловой энергии, то расчет ведется по коммерческому узлу учета тепловой энергии. И законодательной базой наказать в законном праве тех людей, которые не участвовали в финансировании работ по монтажу прибора, на сегодняшний день не существует. Если я не прав, пусть меня в рабочем порядке поправят юрист. Ну и пользуясь случаем, до этого был вопрос по общежитию. Значит, что касается общежитий, то по электроэнергии мы движемся хоть и медленно в части передачи абонентов напрямую в Белэнерго. Для этого изготавливаются за счет бюджетных средств проекты и потом выполняются строительно-монтажные работы. Это вы конечно, отвечаете на вопрос по общежитию? Я отвечаю по общежитиям, потому что вы пообещали в телевидении, что мы ответим, я на него отвечаю. Значит, в любом случае, только после того, как будет разделена услуга между абонентом и поставщиком, можно рассматривать вопрос по созданию СМД. Сейчас стоит задача, а, передать абонентов, б, максимально воспользоваться жителям правом приватизации комнат в общежитиях. Ну и ремарка неплательщику-экзаменатору. Я бы не превращал наше общее собрание, где мы все стараемся решить проблемы или хотя бы подсказать, как их решать, экзаменацией, спорами и призывами не платить. Есть элементарные вещи. Договор должен быть, я тут согласен 100%. Но ваша неуплата, вы же не думаете головой, что тянет ваша неуплата для соседей. У вас дом с лифтом, я, кстати, вас вижу первый раз, и вашу переписку не знаю, вы же не единственный, слава богу, житель, да, знаю, и есть более порядочный, в отличие от вас, в части оплаты, я не про что-то другое. У вас дом с лифтом, можно вопрос? Да. Да? Так вот, не оплачивая ни за какую услугу, ведь там же куча контрагентов, те, которые вывозят мусор, да, те, которые эксплуатируют лифтовое хозяйство, те, которые поставляют электроэнергию, вы... По какой-то причине не платите ни за что и тем самым ухудшаете услугу для всех остальных. А если таких, как вы, будет много, завтра а. лифт будет стоять, б. коммунального освещения не будет, с. мусор не будет вывозиться. Поэтому, да,
Поэтому призывать к этому не надо. Я согласен с тем, что договор должен быть раз. Я согласен с тем, что нужно платить за реальные услуги. Но не призывать в этом зале к неуплате. Спасибо. Ну, я надеюсь, что Алексей рассказал о механизмах добывания договоров. Пожалуйста, Александр Владимирович. Я продолжу еще раз пару слов про общежитие. Да. Есть у нас в городе Николаеве удачные примеры, как общежитие формирует ОСМД на Потемкинской, берут дом на баланс. И организуют ОСМД и работу. То есть это опять-таки другого пути для общежитий тоже нет. Только воля, только желание. Хорошо, скажите, Александр Ильич, я понимаю, что вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. Открою секрет небольшой, на самом деле секрет по Лишинели. Когда мы готовились к этой программе, я искал, вот кто может нас грамотно и ответственно проконсультировать. Мне сказали, что лучше, чем Репин, но вот никто вообще не разбирается в теме. Поэтому можно, чтобы наши зрители сейчас узнали, как с вами связаться, и вы их тогда проконсультируете уже напрямую? Без проблем. Каким образом, пожалуйста? Ну, если это не политическая... В зале никаких политических... Нет, никаких вопросов. Пожалуйста, вторник, четверг, общественная приемная самопомощь. Я там принимаю как депутат городского совета и руководитель центра поддержки ОСМД. Номер телефона говорите? Да, конечно, скажите сейчас. 36-12-28. 36-12-28, сейчас его наберу. Шевченко и угол Декабристов. Спасибо. Уже телефон ваша приемная на экранах. Пожалуйста, уважаемые зрители, записывайте. Александр Владимирович вас проконсультирует. Владимир Михайлович, пожалуйста, ваш комментарий. Вы, господа. Уважаемые коллеги, ну, я хотів би зазначити наступне. З приводу чого у нас тут йдуть деякі, ну, полеміка, да? Я хотів би навести теж статистику. У 90-му році за житлово плата за комунальні послуги була всього 8% від собівартості утримання. Все інше сплачувала держава. Ми просто звикли до цього, потім... Коли з політичних міркувань ніколи в повному обсязі житлово-комунальне господарство не фінансувалося. Значить, 30%, 40%. Тоді ми втратили дуже висококваліфікованих людей, які працювали в ЖЕКах, ну і в інших організаціях, які могли надавати послуги населенню. Це факт? Факт. Ми прийшли до обґрунтованих цін десь уже в 9-10 роках. От... Нещодавно, да? Деякі там 100% ми почали сплачувати, деякі 78-85%. І то більшість цін ще до 100% оплати у нас не досягли. Це перше. Друге, що я хотів би зазначити. Знаєте, ну, тут спірне питання. От ми весь час кажемо про ЖЕКи. Але ж це, ну, соціалістична економіка. Треба взагалі відходити від цього, потрібно, є постачальники комунальних послуг, да? Напряму заключати договори з постачальниками і сплачувати ті послуги, а уже депутатський корпус з міськвиконкому повинні створювати комунальні підприємства, які будуть надавати послуги населенню, чи там по покрівлям, чи, наприклад, по... ремонтуванню водогінів, там, мереж там, і так далі, і так далі. І, ну, розумієте, ЖЕК – це посередник. Посередник. А повинен він бути сьогодні чи ні? Це спірне питання, це можна обговорювати. Але ми ще втрачаємо від цього, що посередник, де були такі приклади, що ЖЕКи їм сплачували, они не отдавали. А вони ці гроші не віддавали. От у нас на одній з передач дуже багато розказували о том, куди діваються деньги з гуртожитка. Да. Ну так о прямих договорах же Александр Васильевич говорится. Александр Васильевич, пожалуйста. Я хотел бы продолжить вашу мысль о том, что если бы мы не прятались за личиной социального понятия слова «тариф», что это «вай-вай-вай», нет. Если бы мы поднимали бы соответственно экономическим показателям, мы спокойно сейчас пришли бы 3-3,50, и ЖЕКи работали, все были бы довольны. Но так как мы всегда оттягиваем, то выборы мешают, то еще что-то. И мы сегодня пришли к этому моменту, что, просто я не знаю, почему Валентин Васильевич не хочет озвучить, что благодаря вот так позиции таких товарищей 50% ЖЭКов не укомплектованы, кадры потеряны. Если уйдут те бабушки в оранжевых жилетках, и этих денег не хватит. Да, и тех дядечек в фуфайках, которые сидят в подвалах, у нас будет коллапс. И поэтому
пора уже заканчивать. Вы улыбнулись, когда я сказал насчет танцев с бубнами про разговоре о тарифах. Мы опять продолжаем это делать. Нет, или мы переходим на нормальные экономические рамки, или мы продолжаем дальше. Спасибо. Так, господа, спасибо, давайте, спасибо. Давайте сейчас я очень хотел бы предоставить слово Виталию Владимировичу Киренкову, заступнику начальника Держспоживинспекции Миколаївської області, поскольку, в общем-то, очень важно услышать не только позиции общественности, но и позиции государственных органов власти и различных структур, которые отвечают за вот, правильное распределение на самом деле денег и услуг. Пожалуйста. Ну, в свете нашей передачи, которая сейчас идет, то, что я услышал, и тех обращений и жалоб, которые поступают в нашу инспекцию, у меня назрел вопрос к Валентину Васильевичу. Так как в структуре тарифа и той платежки, которую я даже как потребитель сейчас плачу, особенно в отопительный сезон, процентов 60-70 все-таки составляет теплоснабжение. И вот масса жалоб потребителей именно на недополученную услугу тех, где нет прибора учета. То есть мы прекрасно понимаем, что наши зимы все теплее и теплее. Тем более тариф газа мы понимаем какой. И насколько выросла услуга не на обслуживание там, до наших домов и прилегающих территорий, а именно на теплоснабжение. И так как это все-таки основная часть тех расходов, которые у наших потребителей, то все-таки когда нашим потребителям, может быть, город поможет, потому что не все могут, очень много жалоб именно на то, что живет много престарелых граждан, которые все-таки бросятся на тот счетчик, который мог бы им помочь все-таки экономить существенно в отопительный период, они не могут. Я понимаю, что город в этом году постарался, но все-таки, насколько я знаю, у нас там до середины 2017 года, по-моему, да, мы должны перейти вот на полностью на коммерческий учет. Да. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич. Значит, первое, что касается коммерческих узлов учета тепловой энергии. Действительно, в теплый период, а в этом году это и октябрь-ноябрь, значит, фактическое потребление тепловой энергии по соотношению квадратным небом, метрам, это ну, земля и небо. Вырвалось слово раньше, чем я хотел его сказать. Значит, что сделано городом в этом году? Несмотря на то, что еще в прошлом году я лично присутствовал на селекторном совещании, где было дано поручение теплоснабжающим организациям за счет своих инвестпрограмм, которые входят в тариф, организовать работу и обеспечить установку коммерческих узлов учета на каждый жилой дом до 1 января 2017 года. Понимая, что это неподъемная величина для тепловиков и понимая, что горожане все равно это ну, наши жители, мы запланировали в бюджете на первом этапе установку 100 приборов учета тепловой энергии. Когда мы поняли, что до отопительного сезона еще есть время и у нас есть ресурс бюджетных средств, мы дополнительно установили еще 38 приборов. Значит, по инвестпрограмме Николаевская ТЭС должна была установить изначально 20 приборов, потом дополнительно еще 20. 40 приборов они установили. Облтеплоэнерго должны были установить 128 приборов, потом мы с ними переговорили и в конечном итоге согласовали 135 приборов. К сожалению, по факту сейчас установлено пока только 58 приборов. Инвестпрограмма заканчивается 31 декабря. Гарантию, что они ее выполнят, могут дать только предприятия. Здесь мы с вами, к сожалению, на этот процесс не влияем. Значит, что в следующем году? Мы ожидаем проекты инвестпрограмм тепловиков. Формируем бюджет на следующий год. И для того, чтобы была социальная справедливость, я думаю, что депутаты меня поддержат и городской голова, нам надо будет то количество приборов, которое нельзя будет установить за счет инвестпрограмм тепловиков, включить в затраты местного бюджета и выполнить всем вместе эти работы. Значит, что касается перерасчета за некачественную услугу, то мы обратились с письмом за подписью мэра в адрес тепловиков, с просьбой сделать перерасчет за фактически отпущенную тепловую энергию в октябре и в ноябре. Ответа мы не получили, но просмотрев нормативные документы, в законе о теплоснабжении сказано в течение месяца после окончания отопительного сезона. Что касается отсутствия санитарных норм, то это та же комиссия, только плюс с измерением температуры.
такая вот ситуация на сегодняшний день. Спасибо. Я говорил, что к нам присоединяются зрители и по Фейсбуку. Вот такой комментарий, то ли комментарий, то ли вопрос. Не кажется ли потом эти поставщики услуг, шла речь о том, что напрямую заключать, такими же монополистами, как Горводоканал и Облэнерго? Должен быть выбор, конкуренция, тогда может быть качественная услуга. Ну, то есть, я так понимаю, речь идет о том, что то ли мы напрямую будут заключать люди договора, там, условно говоря, с Горводоканалом, или они будут заключать их через ЖЭКи, в любом случае не будут иметь дело с монополистами. Ну, якщо можна, я хотів би сказати, от, наприклад, ми проживаємо в приватних будинках, да? Ми сплачуємо на рахунки чи водоканалу, чи там, за газ, ну і так далі. Да? Але коли вони приносять договори на постачання, я кажу, ну, наприклад, хотів там деякі зміни ввести за якість поданого газу, за якість питної води, за якість електроенергії, яка подається то 190, то 240, да? І треба ставити стабілізатори, це ж витрати, да? За кожної людини. Але ніхто ж не хоче ці доповнення вносити. Це є однією з проблем, які потрібно вирішувати між постачальниками і споживачами. Що потрібно вносити, ну, наприклад, такі речі, які дійсно стосуються споживача. І щоб це не було монополізмом. Далі я хотів би зазначити наступне. Що ті люди, які, в принципі, можуть фінансово спроможні, потрібно теплолічильники ставити просто в своєму помешканні. Вони коштують порядка 6-7 тисяч гривнів, да? Такі лічильники. Але для того, щоб зекономити, і я так думаю, що все ж таки температура обігріву на різних поверхах, і в зв'язку з тим, що різні мережі, там забиті труби іноді, да? По одному стояку подається тепло, по другому стояку тепло не подається. І таким чином ми можемо, ну, яким, ну, постачальника заставити все ж таки відпрацьовувати те, що йому потрібно. Ремонтувати мережі і так далі. Мы столько лет об этом говорим, а на самом деле этого не происходит. То есть мы сейчас опять говорим о том, как было бы хорошо, если бы все было хорошо. Скажите, есть механизм вот сделать то, о чем говорит Владимир Михайлович? Заставить писать договор, сейчас секунду, Александр Васильевич. Заставить писать договор, ну, вполне очевидные вещи, да, там, качество, свою стабильность напряжения и так далее. Предусмотреть штрафные санкции. То есть к нам-то штрафные санкции можно предусмотреть, да, там не платишь. Да, отключат, да, газ, отключат, потом плати за подключение, отрежут электричество. Игра в одни ворота. Я понимаю, о чем вы говорите, Владимир Михайлович, просто можно об этом много говорить. Но я понимаю, что у Александра Васильевича будет опять предложение. Если в двух словах, вот либо, либо одно предложение, либо я вас прерву. Вот как с этим быть? Так, с этим не надо ничего быть. Есть типовый договор, который четко прописывает, если это электроэнергия, то четко говорится документ, на основании которого будет поставляться и оговариваться качество электроэнергии. Что еще нужно оговаривать? Если нужно в договоре указать точку распадилу, куда вам эту электроэнергию, концевую точку, куда вам будут подавать, в договоре четко прописано качество и документ, который регламентирует это качество. И по воде, и по электроэнергии. Ну, я смотрю, что в товарищах согласия нет. Несите, пожалуйста, ясность. Пожалуйста. В договоре прописано. Вопрос задал уважаемый мной профессор. Как быть, когда монополисты не предоставляют качественную услугу? Вот, к примеру, ну, если с электроэнергией понятно, да? Значит, поставил стабилизатор и видишь напряжение. Или померил просто. Если с качеством воды понятно, можно сдать на анализ. К примеру, как проверить качество газа? А газа уже все заказано. Уже анализ. Не, ну, и кто его делает? Куда обратиться обыкновенному гражданину? Нет, никто не делает. Вот. Я к чему подвожу, что на самом... Нет, я просто говорю, что я согласен с вами, что монополист должен отвечать. Я их на самом деле не защищаю, я такой же потребитель. И, к сожалению, как и вы, не влияю на процесс качества услуги. Но как? Вы отвечаете. Я? Конечно. За качество услуги газа? Господа, давайте я вас всех спущу на землю, покажу вам сюжет о Варваровской яме.
Вот никаких сложностей, никакого спектрального анализа, никаких там сложных обращений. Вот Александр Молодцов, мой соведущий, подготовил сюжет, буквально сегодня его монтировал. Давайте глянем. Два тижні тому мешканці будинку за адресою Олександра Матросова, 54, у мікрорайоні обласного центру Варварівка на добу залишилися без води. В підвалі почала протікати труба, через яку подавалася технічна вода. Мешканці, щоб не залишатися без водопостачання, спробували своїми силами відремонтувати поломку, але течія залишилася. Комунальники прибули, розрили яму, але при цьому, зі слів мешканців, пошкодили водогін і зламали дерево. Роботу того дня не завершили. В поисках трубы они вырыли яму и прорвала эта труба, то есть зацепили ее. Соответственно, в 3 часа дня они работу бросили и просто уехали. То есть вечером люди пришли, жильцы пришли с работы, соответственно, ни помыса, ни душа, то есть воды никакой нету. Вечером отзвонился, буквально это было начало 6-го, на ЖЭК, то есть трубку, как всегда, никто у нас не брал. На следующий день, часов в 10, по-моему, приехала бригада. То есть я начал собирать фамилию, узнавать, кто виновен, кто старше бригады и прочее. То есть они как бы начали меня, грубо, попросту динамить, отправлять к директору. Собрался, поехал к директору на ЖЭК. Вот, адрес, точно не помню, клубная 82, по-моему, лист-центр. Написал заявление. Заявление принимать сильно не хотели. То есть спросил вообще, в чем проблема была и когда будет устранена неполадка. То есть как люди, по сути, уже сутки были без воды. Конечно, что экскаватор, чтобы разрыть все. Люди видели, что слесаря работает. В процессе, когда разрыли, увидели, что там нужны переходники, что там нужен вентиль. У меня, допустим, есть в запасе, как у меня в основном везде 40, а там надо как на 50. Знаете, как бывает на слово? Время уже 3:30. И на следующий день утром все, мы приехали со сваркой, уже 12 дом был с водой. Воду, конечно же, ждали, но по показаниям свидетелей, то бишь, ну вот отец мой был, говорит, трубу поставили меньшего диаметра. То есть на вечер, когда жильцы пришли, соответственно, ну, с работы, то напор просто такой, что газовая колонка вот даже на первом этаже вечером не зажигается. Напора нет, потому что труба меньшего диаметра стоит. Олександр – місцевий мешканець, але поки що за адресою не зареєстрований. Прописана дружина і батько. Каже, саме через це ЖЕК і не хотів приймати претензії. Написав скаргу від імені дружини. Соответственно, сказали, что кто вы такой, вы тут вообще не прописаны, а дом, там куча неплательщиков. Хотя, ну, я получил вовремя отношение моей квартиры там, к всему дому, я не знаю, какое имеет. Но трубы у них не было, я говорю, а почему, ну, как бы 30 дня, это еще день, рабочий день, там, до 5, до 6. На складе не было, а склад был закрыт. Ну, в общем, очень много отговорок, которые, как бы, ничего не решилось в итоге. Згідно з офіційним листом від ЖЕКу, комунальники працювали відповідно до регламентів у світлову частину дня. Вхідний водогін до будинку нині по факту нічий, знаходиться в стадії передачі Миколаївводоканалу. Мешканці будинку заборгували за квартплату 2,5 тисячі гривень. Аварійні роботи ЖЕК виконав за власний кошт. Зі слів керівника ЖЕКу, сам позивач поводився некоректно і говорив на підвищених тонах. Точка зору ЖЕКу. В торце дома прогнила труба. И когда заезжал экскаватор, смотрите, нужно было вырыть яму. Он зацепил дерево, да, ветку сломал. На сегодня, значит, отмостку восстановить я не могу, погоды плохие. Яма засыпана, вчера там чуть-чуть была проблема, жильцы просили проверить, не заземление ли часом. Значит, вчера мы остальное сюда закидывали, там все засыпано. Единственное, не сделана отмостка. Это нужно ее засыпать. Во-первых, любое разрытие должно утрамбоваться. И сейчас погоды какие? Как я могу цемент на улице вот это все стяжку делать? Весной, конечно, сделаю. Олександр обурюється. За такої погоди в місті ремонтують дороги, не те, щоб 2 метри доріжки обабіч будинку. Залишаються питання і щодо діаметру труби, і щодо крану. З такими діями ЖЕКу мешканці не згодні і будуть продовжувати стояти на своєму. Хотелось бы, чтобы был порядок, то есть дерево, бог с ним, если там даже желез дома был, он говорит, что не сильно был против, что экскаватор подъезжал, это бог с ним. Но то, что дорожка, которую пользуются все жильцы, они проходят на свои огороды и в гараж, сейчас дождь начнется, все размоет, вообще не подойдешь. Затопит подвал, потому что яма осталась разрытая, соответственно, дорожку никто делать не собирается. И так как напора нету, то есть я плачу исправно все, а они не выполняют свои обязательства. Я скажу
так сказать, такая информация из-за кулисья, что на словах начальника ЖЭКа, ну что, полчетвертого, ну где же у меня переходники, что же люди, как же работать будут? Валентин Васильевич просто так плотоядно, ухмыляясь, начал записывать данные. Ну и, в общем, порвался позвонить сразу, правда, телефоны в студии отключены, поэтому, в общем, я думаю, в ближайшее время вы получите ответ, все контакты записаны. Но я говорю об этом непосредственно жильцам, проживающим по этому адресу. В общем-то, я думаю, что там все станет ясно, но я хотел, Валентин Васильевич, при всем при том, что, безусловно, вы сейчас, ну, это тоже конкретный случай прокомментируете. Вот поговорить о том, что у нас там, да, сложные там какие-то вот спектральный анализ, воду на анализ, там химические стабилизаторы, трансформаторы. Вот конкретное отношение поставщиков услуг к выполнению оплаченных жильцами этих самых услуг. Там произошла фраза 2500, так для такого дома это катастрофа. Хорошо, это а вот как раз и коллизия, да? Да? Дом не платит, а человек платит, и он за свои деньги хочет получить услугу. Он не отвечает за тех, кто не платит ему, не платит там из других вот женщин. Тут еще одна коллизия, я вас перебью. Да, пожалуйста. На самом деле здесь есть еще одна коллизия. Почему? Потому что по правилам эксплуатации границы раздела между эксплуатирующей организацией и поставщиком услуг является по водоснабжению, это не считая 869, где внутри домовые тоже входят до запорной арматуры, является обрез здания. Значит, в данном случае, скорее всего, что в свое время эти сети не были переданы водоканалу, потому что экскаватор в подвале, как вы понимаете, не работает. Это были наружные работы. Посему вот эта услуга вообще должна быть в конечном итоге оплачена населением водоканалу, но только после того, как он возьмет эти сети к себе на баланс, посчитает затраты на них и так далее. Я никоим образом сейчас не защищаю начальника ЖЭКа. Если вопрос не решен по передаче, и она взялась за работу, работу надо делать так, чтобы люди в конечном итоге не пострадали. Если была работа, надо выполнить как минимум, вне зависимости от погодных условий, качественно обратную засыпку и хотя бы выполнить работу в щебне. Поэтому я себе адрес записал, я это проверю. Спасибо. Наконец-то пробил звездный час Дмитрия Белозорова и Виталия Степановича. Пожалуйста, о чем вы хотели поговорить? Такого характера. Мы сейчас занимаемся тарифами и услугами. Тут я хотел бы спросить. Вот я сейчас с коллегой разговариваю, спрашиваю. Когда я сажусь в маршрутку и оплачиваю, за что я плачу? Я плачу за качество доставки с точки А в точку Б. Зарплата, обслуживание, бензин, отчисление. Все вошло. Сегодня вы с какого там года передали на баланс облэнерго, или вы дали прямые договора заключать, как электроэнергия, как водоканал, как все остальное. При этом вы передали практически на баланс, уже кому-то передали водоканал эту сеть. Почему? Потому что вы должны были, вот в соответствии с 87-м постановлением, вы должны получать деньги за совместное использование технических сетей. Ведь я плачу за что? За товар, электроэнергия, вода. А за что же я, получается, плачу? А вы должны контролировать. Я не понимаю, почему вы 3,5 миллиона выделяете на общежитие, на установку счетчиков. А когда вы получите их возврат от кого? От облэнерго. Ведь он продает электрическую энергию, точку продажи 1.4 в соответствии с 28 правилами. И там написано, что он обязан заниматься проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, полной заменой изношенных частей. Это его обязанности прямые. Они на вас навешивают. Значит, отвечай? Так, нет, вопрос второго характера. Мы говорим о тарифах сейчас. Я не говорю услуги. У нас дома разваливаются. А мы говорим тариф на воду, тариф на откачку. Мне скажите, я живу на Мыве, вы знаете прекрасно. Была за санстанцией, станция нейтрализации. А теперь стоит большая труба метровая, и все угонит в речку. Написано, купаться запрещается, холерный эмбрион. Скажите, куда эти деньги поступают с каждого потребителя? 4 гривны или сколько, я не знаю. И куда они поступают, где очистные сооружения. Вот в Швейцарии я был. Там у них система, люди ходят как на экскурсию. Где все эти фекалии, 158, я такой не помню, миллионов кубов. В сутки, я не знаю сколько, там большущий город. Они все обрабатываются. Они получают газ, они получают экскурсии. Это вообще охранять. Удобрение. Удобрение, да. Ну, получают они. Они отапливают за счет только биогаза, отапливают свой населенный пункт, получаемый там же. А потом сбрасывают фьорд, сбрасывают в море. Чистое, там нет уже бактерий. Швейцарии нет моря, ладно. А? Швейцарии будет, нет моря. Как на Скандинавской нет сброса канализации, я вам дам это. Швеция, наверное, вы имеете в виду. Нет, Швеция, это самое.
Вы знаете, мне напоминает они, вот, рассказ о море Швейцарии, напоминает анекдоты. В Чехословакии еще советских времен анекдот решили создать Министерство морского транспорта. Они говорят, слушайте, зачем вам министерство, если у вас моря нет? Он говорит, ну, в Советском Союзе же есть Министерство культуры. Так вот я так понимаю, что собственно то, о чем сейчас идет речь, это, ну неважно, Швейцария море в море отправляет. Да. А можно ремарочку, одно слово. Спасибо. А что делают с тем швейцарцем, который не заплатит за квартиру в течение года? Он просто возле фьорда живет или все-таки в квартире? Вы знаете, что меньше. Почему? Потому что не получает качественное услугу. И он знает, что если он не будет получать качественное услугу, его просто отключат. О. Потребителя. А у нас закон о жилищно-коммунальных услугах защищает неплательщика тройным слоем. При этом сколько получает швейцарец и сколько получает украинец? Ну, ради бога, тариф проживания в Украине соответствует доходам украинцев. Ой, я сейчас представляю, что творится с той стороны экрана. Я не говорю о ценах на газ, ладно, давайте говорим о содержании домов. Зарплата, средняя зарплата украинца и отношение чиновника 1,40. Мы ушли в сторону. Хорошо, господа, я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Шла речь о лифтах, о домах с лифтами, о домах без лифтов. А, ой, да, вы готовы, пожалуйста? Ну, конечно. Спасибо. Значит, первое, я готов, как бывший мастер ЖЭКа номер 3, лет 20 назад, когда я работал в Лесках. Кстати, вы живете в Лесках. Ну, это так, на секундочку. Киевская 8 к Лескам относится. С вами сходить на экскурсию, чтобы вы мне показали водоканальскую трубу диаметром 1000 миллиметров, которая сбрасывает фекалий в речку. Ну, это первое. Съемочную группу нашу возьмите. Обязательно, я хочу ее посмотреть. Значит, группу или трубу? Посмотреть. На самом деле у нас, я не говорю, что водоканал работает, не нарушая природоохранное законодательство. К сожалению, бывают аварийные ситуации, как в любом городе. Значит, для этого есть контролирующие органы. Но рассказывать на весь город, что фекалии стекают по тысячке в речку, это неправильно, я заявляю официально. Хорошо, поэтому я с вами хочу туда сходить. Хорошо, и посмотреть. Скажите. У нас есть система канализационных труб, система насосных, и очистные сооружения, и сброс официальный находится аж в Галицинновке, никак не на Намыве. Это первый вопрос. Я еще раз говорю, чтобы не отвлекать и не занимать ни у кого время, готов с вами сходить на экскурсию, чтобы вы мне показали. При этом я приглашу руководство водоканала. Вдруг я знаю, что Ливнев. Ну, Ливнев. Ну, это разные вещи, но давайте не путать. У нас раздельное в городе Николаеве, раздельный сбор ливневых вод и отвод. И сбор хозфекальных вод, их очистка и сброс. Давайте не путать и не вводить в заблуждение наших горожан. Хорошо. Что касается вопроса по возмещению, тут я с вами согласен. Энергетики обязаны возмещать нам за эксплуатацию внутридомовых сетей затраты на их содержание. Значит, не всегда это у жилищников получается. Мы не влияем на процесс, это договорные отношения двух хозяйственных субъектов. К сожалению, как вы недовольны качеством услуги, так зачастую энергетики недовольны выполнением того объема работ, который должен выполнить ЖЭК. Посему с этим я могу согласиться. Но не согласен с тем, что мы зря тратим бюджетные деньги на реконструкцию электрических сетей и на установку приборов учета. Есть границы раздела, есть зона ответственности, есть договорные отношения. До тех пор, пока вот эти сети не будут приняты облэнерго, он их не может эксплуатировать, не может включать затраты, их стоимость и, соответственно, их эксплуатировать, то, что я уже сказал. Если я не прав, есть юристы, есть антимонопольные. У нас есть звонок зрителя, давайте его послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Валентин, я хотела бы обратиться к Валентину Васильевичу в очередной раз. Валентин Васильевич, это вас беспокоят жильцы дома, проживающие по улице Кобера, 13А. Мы на прошлой неделе были на приеме у вас и обращались к вам за помощью по поводу отсутствия отопления в двух стояках. Да. Я понимаю, что, может быть, это сейчас не та тема, но у нас вот неделя прошла, ничего не изменилось. Самое обидное, что приходят и начальник ЖЭКа из Пивня. И как будто пока вот сегодня даже приходили, при них запускается отопление, батареи горячие, они ушли через 2 часа, опять холодные ледяные батареи. Завтра пятница, они говорят, они не работают, суббота, воскресенье, в комнате 12 градусов, батареи вообще ледяные, мы не знаем, что делать.
Поэтому я в очередной раз хотела бы к вам обратиться от жильцов нашего дома. Ну, пожалуйста, может, как-то можно посодействовать в решении этого вопроса? Я сразу отвечу на вопрос. К сожалению, Покобер Тайнац – это один из немногих домов, где есть проблемы с качественным оказанием услуги теплоснабжения. Я говорю, это в тех случаях, когда нет сбоев в подаче тепловой энергии от источника, то есть от котельной. По Кобера 13А в прошлом году был случай, когда три стояка тоже не работало многие, скажем так, к сожалению, годы. Нашли причину в подвале при выполнении работ по реконструкции системы отопления. Был заужен диаметр, некачественно выполнены сварные работы и заставили с третьей попытки переделать. Я действительно ЖЭКу поставил задачу крайний срок пятницы. Если они завтра не сделают, будут приняты меры дисциплинарного характера. Я приношу извинения за исполнителей работников ЖКП «Пивдень», потому что при таком тарифе не получать услуги – это, ну, неприемлемо. Извините еще раз. Я думаю, что мы ситуацию регулируем. Спасибо. Спасибо большое. Ну, собственно, для того мы, собственно, и работаем, чтобы вот такая прямая связь осуществлялась тут непосредственно и на глазах у зрителей в том числе. Уважаемые господа, я вижу, Виталий Александрович, давайте все-таки посмотрим еще один сюжет. Он более или менее косвенно касается темы нашего обсуждения, однако я в любом случае хотел бы, чтобы мы поговорили вот о ситуации с лифтами, с домами, в которых лифты есть, а за них платятся, а лифты не работают. И вообще, вот где корень зла в этой проблеме? Давайте посмотрим сюжет. В 4 під'їздах цього будинку за одну ніч викрали ліфтові кабелі. У кожному це понад 44 метри. Проблема не вирішена і досі. Крадії активізували ще навесні та діють переважно вночі. У будинку за адресою Фрунзе 58 підвісні ліфтові кабелі зрізали ще 19 листопада. Найбільше від цього потерпають мешканці верхніх поверхів. Обслуговуванням ліфтового господарства в цьому будинку займається КП «Миколаїв Ліфт». На ділянці номер 4 цього підприємства 300 ліфтів. 42 ліфта було розворовано, тобто ж зняти ті підвісні кабеля і ліфти простаювали. Ну, потім, як говориться, ми це діло актируем, решаем вопрос с ЖЭКом, составляем дефектные акты, выносим к себе на производственный отдел, смечем и на департамент. А департамент уже изыскивает средства. Із 42 ліфтів несправними залишились 8. Поступово з надходженням коштів їх ремонтують. Як повідомили в міському департаменті житлово-комунального господарства, у результаті варварських дій у Миколаєві загалом було розкрадено 81 ліфт. Зрізано понад 4 тисячі метрів кабеля. Близько 20 ліфтів ще не відновлено. В 90-х годах був бум воровства. Ліфти, пам'ятаєте, були обтянутим алюмінієм, красиво, все пообдирали. Тепер все вже поставили там стальні ці заділки і все остальне. І якщо б, допустим, в ті времена, на сьогоднішній день, якщо б поймали цього вора, як ви говорите, і прилепили йому дві статті, не одну за те, що він там украв, йому треба статтю, що він це спортив імущество, а потім моральний ущерб. Зараз, смотрите, в кожному під'їзді, почти весь під'їзд живуть пенсіонери, інваліди, все. Це ж моральна нагрузка, вони переживають, ходити не можуть. Мешканці будинків обурені, говорять, що на їхні численні звернення в департаменті житлово-комунального господарства не реагують. Я прийшов сюди, щоб виразити недовольство всіх людей, які проживають в цьому домі. По різним причинам, але найголовніше зараз причина в тому, що у нас не працює ліфт. От старики от в такому положенні. Должны ходить на 9-й этаж пешком. И что вы думаете? Они уже один умер. 19 ноября были сняты кабеля, вертикальные, которые вместе с шахтами там двигаются. Эти кабеля уворованы, никто этим не занимается. Вроде бы у нас нет ни власти, ни милиции, ничего. Ну, такое ощущение, понимаете? И когда, вот чтобы пообещали конкретно, когда у нас появится движение вверх на 9 этаж, никто не обещает. Вартість одного метру такого кабеля – близько 70 гривень. Мешканці будинків і працівники Миколаївліфту нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Я дзвоню на Білу в участок, розмовляю з диспетчером, визиваю міліцію. Говорять, зараз приїдуть. Ждали, ніхто так і не приїхав. В 7 утра я йду, роблю обход.
Галины Петровой 3-4 подъезда, срезанные подвесные кабеля. Галины Петровой 5, там один подъезд. Это все рядом, срезанный. Як розповіла Тетяна Ковтун, оперативна група приїхала більш ніж через 12 годин після виклику і лише зафіксувала факт крадіжки. На следующий день приїхала опергрупа, 3 чоловіка, слідователі і ще двоє, ну тих я не знаю хто. І к 10 утра, ну і пішли, я їм показала, вони сфотографували, ну і на цьому все закінчилось. Сказали, ви думаєте, що щось вийде? І от як з цим боротися? Так что не знаем, куда мы не обращались. Хотя вот это, если бы посмотрели эти приемные пункты, там же ж видно, что это металл. Не на камеру мешканці будинків говорять, що поблизу знаходиться 8 пунктів прийому металу. Мешканці будинку за адресою 6 поперечна 30 – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відновлюватимуть ліфт за власні кошти. 19 числа мы обнаружили, что у нас украли кабель с лифтового нашего, с нашего лифта. И в этот же день мы подали заявку в милицию. Милиция вечером приехала, все просмотрела, сфотографировала, сняли с меня, ну, как говорится, я написала заявление, они расспросили обо всем, и на этом у нас все закончилось. Як розповіла Світлана Чайка, майже через місяць по тому її запросили до слідчого заводського райвідділу міліції. Там повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідство ведеться, але ніяких результатів. Єдине, що вона сказала, що вона слідство проводить пункти прийому здачі металолому, типу того, що вони там розглядають це все, ну, перевіряють, але на якому це етапі, вона мені нічого не сказала. На момент виходу сюжету в ефір нам повідомили, що в двох під'їздах будинку за адресою Фрунзе 58 вже почались роботи з відновлення ліфтів. У нас есть вопрос от зрителя. Спасибо, что дождались. Сюжет был длинный. Это спецрепортаж, который шел у нас. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Я не знаю, вообще-то вы представитель водоканала, но на мой запрос на горячую линию правительственную я получила ответ от Гайдарджи. 3 недели назад затапливала дом. На первом этаже 4 квартиры, так оказались, Поленика 30. Я в течение дня пыталась дозвониться в водоканал, чтобы прислали аварийную бригаду. Мне все время отвечали, что одна машина на весь город, одна бригада. И пришлось бегать по квартирам, просить, чтобы люди не лили воду. И вообще в течение суток ваш запрос будет выполнен. Пока я позвонила на горячую линию правительственную, но в 4 часа, где-то до 6 часов, очистили этот сток. Но это было не засорение нашего подъезда, а нескольких домов. То есть, как бы, сначала обвиняли, что это ваши квартиры, какие квартиры первого этажа могли засорить канализацию. Ну, в общем-то, работу выполнили, перезвонили мне. Но неужели действительно в городе одна аварийная машина и одна бригада? Если вот, и сказали, в этот день случилось очень много вызовов. Но я не представляю, как это нас бы залило, вообще не знаю как. Мы выносили все эти фекалии ведрами, выливали на улицу. Неужели этот вопрос как-то для такого большого города нельзя решить, чтобы была не одна бригада? Спасибо. Валентин Васильевич. Ну, я не помню, что было в этом ответе. То, что в городе у водоканала ни одна аварийная бригада по обслуживанию системы канализации, как минимум в каждом районе по одной, это факт. Что было в этот день, сколько было аварий на сетях канализации, ну, надо уточнить, подверить, естественно, в дальнейшем водоканалу более оперативно отрабатывать все эти аварийные ситуации, чтобы не допускать подтопления хвостфекальными стоками квартир наших жителей. Я адрес записал, я уточню с водоканалом этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Валентин Васильевич. Я понимаю, что вам есть что сказать по сюжету о лифтах. Да. Значит, что касается лифтового оборудования, действительно, в конце 90-х годов был пик хищения оборудования, воровали тормозные катушки, все, что касалось алюминия, в том числе подвесные кабели. Значит, тогда совместно с жителями отрабатывали мы вопросы и устанавливали так называемые ревуны,
то бишь сирен. По факту в этом году каким-то чудом сохранилась одна из таких сирен, и в этом доме подвесной кабель не украли. Я понимаю, что мы вынуждены, учитывая ситуацию и в стране, и в городе, и ситуацию с хищениями, выдумывать, как защищаться, вообще технически защитить хищение нельзя, потому что эксплуатация должна быть такова, что специалист Николаев лифта должен при помощи определенного элементарного ключа в любой момент открыть шахту и выполнить ремонтные работы. Поэтому надо жителям прежде всего подумать, быть более бдительными, подумать по поводу сирен, видеокамер. Ну, простой пример. Восстановление одного лифта по подвесному кабелю – это более 10 тысяч. Это те деньги, которые изначально в бюджете не были предусмотрены. Посчитайте, сколько. Это 81 лифт, это было без последних 12, которые были похищены буквально за последние 3 недели. То есть почти 100 тысяч в этом году ушло на восстановление того оборудования, которое бы прослужило долгие годы по сроку эксплуатации. Поэтому еще раз всех призываю быть внимательными, бдительными, ну и посоветоваться всей громадой, подумать, как с этим бороться. Спасибо. Ну вот опять-таки, все как-то вот, да, на плечи общины. Ведь говорили тут люди, да, что полчаса там приехало бы, ну как-то отреагировали, да, быстро вызвали милицию. Ну приехали бы они там какое-то короткое время, ну просто не успели бы этот кабель утащить, тем более, что сдают-то, как правило, где-то рядом, да, и уж точно его там обжечь, то есть сделать его неузнаваемым. Ну когда через 12 часов приезжает бригада, приезжает опергруппа, да. Я только что выслушал, что я не контролирую качество услуги за теплоснабжение, водоснабжение. Нет, Владимир Васильевич, это вопрос не к вам. Газ, электроэнергия? Это вопрос к тому, что, насколько я понимаю, ну вот милиция была плохая, да, вот мне на мой вопрос отвечал здесь Валерий Коба, ну у меня людей нет, а вот сейчас вот придет полиция, ох, я тогда развернусь, я тут такой порядок наведу. Так вот, я просто хочу сказать, что наверняка же существует взаимодействие. Вы все-таки не только там специалист по ЖКХ, вы еще так на минуточку заместитель городского головы. Да? То есть я понимаю, что существует какое-то взаимодействие. Должно, по крайней мере, существовать взаимодействие между городской властью и милицией. Это не муниципальная милиция, но тем не менее, все равно какое-то взаимодействие есть. Есть ли способ улучшить ситуацию вот в данном случае, при том, что теперь уже полицейских у нас хватает, при том, что они вежливые, хорошо оснащенные, на красивых машинах быстрых ездят. Можно что-то с этим сделать или нет? Можно. Значит, и даже, скажем так, возможно, без помощи полиции. Значит, практика показала, что те лифты, которые у нас диспетчеризированы, по ним практически нет хищения, потому что любое вмешательство сразу видно на пункте. Но опять же цена вопроса. В свое время, когда ЖКХ финансировалась по остаточному принципу, всю эту систему диспетчеризации благополучно похоронили. Сейчас у нас есть пилотный проект на 130 лифтов. Нужно 2, по-моему, с половиной миллиона гривен на диспетчеризацию этих лифтов. Но это, опять же, первый этап, первый шаг. Всего-то у нас лифтов более 2000. И пока мы найдем деньги в бюджете и выполним программу, это ж, ну, не за полчаса делается на самом деле. Нужно время. Поэтому я и призывал жителей быть бдительными, потому что у нас есть пути решения, но на это нужно два аспекта. Деньги и время. Спасибо. У нас осталось 2 минуты, поэтому очень коротко Дмитрий Белозоров, поскольку не получилось слова за всю программу. И вы, господа, заканчивайте, пожалуйста. Я полагаю, что решение большинства проблем как раз находится в законе о жилищно-коммунальных услугах, которыми вы, собственно, пользуетесь. Я, с вашего позволения, зачитаю парочку пунктов. Государственное регулирование тарифов базируется на таких основных принципах. Открытости, доступности и прозрачности структуры тарифов для потребителей. Мы этого не видим. Второе. Соответствие оплаты жилищно-коммунальных услуг их наличию, количеству и качеству. Мы этого не видим. Ответственность исполнителей и производителей за несоблюдение требований стандартных, стандартов, нормативов, норм, порядков и правил. Но ведь если исполнять эти законы, этих проблем не будет. Спасибо. Это такой мячик, который на вашей стороне. Пожалуйста, по 30 секунд, господа.
сожалению, все эти вопросы о тарифах возникают почему-то в домах, в которых трудятся ЖЭКи, да? Ну, это, наверное, открытости. Открытость. Я вам предлагаю создать ОСМД, открыто принять тариф на своем общем собрании. Смейтесь, смейтесь. Нет, вы правильно понимаете. И будет закрыта эта проблема. Еще раз, государство поступает мудро. Тебе не нравятся тарифы, создавай ОСМД. Ты не можешь создать ОСМД, оставайся в управляющей компании. Она открыто вам рассчитает, экономически обоснует. Живите счастливо. Спасибо, Дима. Дима, у нас уже нету времени. На экране телефон общественной приемной, в которой ведет прием Александр Владимирович. Можете вопросы задавать туда тоже. Спасибо режиссеру, что вовремя отдал нам этот титр. Пожалуйста, Валентин Васильевич. Значит, вы все правильно почитали в законе, но в этом же законе написано, что тарифы должны быть экономически обоснованы. Я в самом начале своего выступления сказал, что у нас тарифы рассчитаны и приняты в 2009 году. И для того, чтобы что-то требовать от исполнителя, сначала его нам нужно обеспечить этим тарифом. Значит, ну... Дима, у нас нету времени. Дякую, панове, що були з нами. Як завжди, нам не вистачило часу. Я хочу сказати, що наступна програма, наступного четверга буде присвячена альтернативним джерелам енергії. Буде дуже цікаво, адже ми будемо не тільки теоретизувати, зрештою, теоретизувати ми будемо дуже мало, а здебільшого ми будемо говорити про те, як це вже вирішується тут в Миколаєві, як можна вирішити питання якісного постачання тепла, принаймні, що можна зробити вже зараз, які є схеми, які є механізми, повірте, все це працює. І це, знову ж таки, повертає нас до того, що казали наші шановні гості. Якщо ви хочете, щоб все у вас було гаразд, не чекайте, поки прийде хтось і щось для вас зробить. Принаймні, починайте брати у цьому участь. Дякую, що були з нами. На все добре.